Каргада тоже с размахом отмечает Наурыз Мейрамы. Весенний караван, спортивные состязания, мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Наша съемочная группа находится в центральном парке города, где проходят основные гуляния. Марина, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте! Сегодня Центральный парк поделен на 7 тематических зон, ведь семерка – знаковая цифра праздника. На центральной площадке установлено 20 экспозиционных юрт. В каждой проходит небольшое представление, посвященное обычаям и традициям казахского народа. В любом уголке парка можно найти развлечения на свой вкус. Здесь мастер-классы по выпечке баурсаков, тут выставка казахских костюмов. Стоит чуть-чуть пройти и увидишь ярмарку национальных изделий. Праздник организован так, что ни минуту не приходится скучать. Праздники Наурыз, весеннее настроение, то, что люди так вот дружат хорошо, что есть такая возможность выйти, порадоваться вместе со всеми. Поздравляю вас всех с праздником Наурыз, желаю всего самого наилучшего, благополучия. Празднуем мы его с 8 утра, пьем национальные напитки, кушаем национальные блюда. Наурыз – это вот процветание земли, природы, людей. Всем желаю самого наилучшего, хорошего. Любители здорового образа жизни могут принять участие в различных состязаниях, потягать гири, проверить силу рук в армрестлинге, подтянуться на перекладине. Также сегодня карганинцев ожидают выставка архивных фотографий, новые аттракционы, семейные конкурсы и концерты на различных площадках Караганды. Празднование Наурыза продлится до глубокого вечера. У меня вся информация к этому часу. Динара. Спасибо, Марина. Из Караганды на прямой связи с нами была наш корреспондент Марина Золотарева.